Три новые школы откроют в этом году в Северном Казахстане. В то, что в микрорайоне Жасуркен переедут педагоги, учащиеся 6-й школы имени Кожебергена Жирау. Здание, где они раньше находились, было рассчитано на 200 мест, но знания там получали в 3 раза больше учеников. Было тесно и неудобно, потому решили отдать им здание новой школы. Строили его с 2017 года, и вот, наконец, объект сдали. Готовились здесь к приему детей, узнавала Айгерим Мукашева. Непривычная для школ тишина режет слух, но уже через 4 дня здесь зазвучат детский смех и звонок на урок. За новые парты в новой школе сядут 960 детей. К их приходу все готово. Сбылась наша мечта, мы новый учебный год начинаем в новой школе, в светлой, красивой, в современной. Мечта заветная и долгожданная. Здание, в котором раньше находилась 6-я школа, построили 83 года назад. Но проблема даже не в этом. В старой двухэтажке детям было очень тесно. В своей старой школе мы обучались в 3 смены, потому что количество детей было огромное. Школа была рассчитана на 200 человек, обучалось 656 человек. Не хватало кабинетов для уроков. Что уж говорить о факультативах. Здесь места хватит всем. Кроме учащихся 6-й школы, знания будут получать ребята из классов с казахским языком обучения 7-й школы. Основные уроки проводить станут в 1-ю смену, а после обеда кружки по интересам и дополнительные занятия. Современные мастерские, просторные кабинеты и компьютерные классы. В последних заниматься будут даже первоклашки. Чтобы узнавать новое, им было интересно, установили вот такие LED-экраны. Они есть почти в каждом кабинете. Будет просторно и на уроках физкультуры. В бывшем здании 6-й школы спортзал был вдвое меньше. Конечно, детям было тесно, а здесь очень просторно. К тому же на улице есть футбольное поле, беговая дорожка, баскетбольная и волейбольная площадки. Установили 2 игровые зоны. Аналогичную школу на 900 мест возводят сейчас по улице Уалиханова. Ее откроют в конце этого года. А то, что в Бесколе на 300 детей, свои двери распахнет уже 1 сентября. Новые школы региону необходимы. Каждый год растет число первоклашек. В 2018 году впервые сели за парты 7700 детей. В прошлом году почти на 800 больше. А в 2020 ожидают 9000 первоклассников. Важно, чтобы школьники учились в комфортных условиях. Не сидели в свитерах и куртках, потому что от окон дует, а крыша протекает. В прошлом году, благодаря выделенным деньгам из бюджета 5 миллиардов тенге, 142 объекта образования были капитально отремонтированы. В этом году также 5 миллиардов тенге, выделив 107 объектов уже по области, отремонтировано. Таким образом, вот за 2 года 50% школ мы капитально отремонтировали. Понятно, что эта работа будет продолжаться и на будущий год. А вопрос с видеонаблюдением в этом году решили полностью. Камеры будут в каждом учебном заведении региона. Закрыли и проблему с развозом детей в селах. Закупили 43 микроавтобуса. Улучшают условия труда, повышают зарплату, помогают жильем. За 3 года в школу области прибыли 1400 молодых учителей. Проблему дефицита кадров почти решили. Айгерим Мукашева, Жолдасбек Кирмуканов, новости МТРК.